все садили, это вот все укладывал. Летом, конечно, тут больше, тут вот как фонтанчики были, тоже камнями такими выложены были. Цепи вот здесь все натянуто было внутри вот этих. То есть облагорожено все было? Ну, конечно. Нет, ну, территория чистейшая была. Изюминка Змеиногорска в чем заключается? В архитектуре, по большому счету. А ее ведь не сохраняют. Змеиногорский виноводочный завод. Визитная карточка не просто Змеиногорска, всего Алтайского края. Ансамбль из 12 краснокирпичных зданий построили в конце 19 века по приказу императора Николая II. Здесь на протяжении века выпускали ликер, спирт и знаменитую на весь мир водку. Секрет успеха в воде богата минералами. Даже французы приезжали сюда, чтобы изготавливать водку. Змеиногорский хмельной напиток был еще и стратегическим оружием. Даже когда в Барнаул приезжали туда наши, вот когда оформляли паспорта на все эти здания, они привозили воду, водку отсюда, и быстро все как-то решалось. По крайней мере, это водка помогала тоже. И вообще ценили, почему? Потому что она действительно была качественная. Не сравнить с другими водками. Ну, а потом все. Все прекратилось в 2014 году, когда владелец здания «Алтайспиртпром» обанкротился. Новый собственник, Росимущество, пообещал возродить производство, но привел завод в еще более удручающее состояние. А полтора года назад случился пожар. Группа мальчишек курила на территории, подчеркиваю, памятник архитектуры. Никого так и не наказали. Виновникам меньше 14 лет. После пожара 2018 года здание начали растаскивать на куски. Сейчас здесь сугробы, на территорию так просто не пробраться, оно в безопасности. Но уже весной начнется так называемый сезон металлистов, и здание продолжат разворовывать. А в итоге весь металл весь вывезли. И цинк, и там нержавейки, там здоровые чины стояли в подвалах. Все вытащили, все вывезли. Даже деревянные полы и те все разобрали. Вам жалко здание? Ну неужели нет? Столько, больше 100 лет простояло здание, я тут вообще вот... Родился только в другом доме, ну тут метров 100 отсюда. Прожил весь век свой здесь. Ну неужели не жалко? Все было рентабельно. Крыша течет, окон кое-где просто нет. Доска почета давно пустует. Искалеченное здание регулярно проверяет Алтай-охранкультура. В ведомстве говорят, что устали просить собственника Росимущества вернуть заводу первозданный вид. За 3 года тот получил 7 предписаний и все их проигнорировал. После очередного контрольного мероприятия, которое было в октябре прошлого года, то есть 2019 года, поняв, что никаких результатов, контроль, предупреждение и наши с ним профилактические беседы не приносят, мы подали исковое заявление в суд. Дата суда пока не назначена, но, по мнению властей, сваливать реконструкцию на государство, в данном случае Росимущество, неправильно. Такому объекту нужны инвесторы. Продукция этого завода может стать настоящим брендом. Здание сейчас в аварийном состоянии, естественно, оно не привлекательно для инвесторов. Ну, более того, там, я знаю, аппаратуру всю вывезли, металл распилили. То есть то, что там делалось, это, я думаю, вообще нужно заняться бы правоохранительным органом, да, что там происходило. Но мы же понимаем, что если комплекс развивать, то в любом случае там нужны инвестиции. Но найдутся ли желающие? Может, для начала стоит привести его в должный вид? Тем более, что собственник у здания есть. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, мы спрашиваем у Росимущества. Официальный запрос отправлен, а мнение местных жителей уже известно. Я надеюсь, что настанет светлое будущее, и завод наш когда-то будет восстанавливаться. Долго нас его ждать придется. Скорее похоронят. Валентина Аскерова, Николай Шилко, Илья Халяпин. День с толком.